22 марта в Подольске прошла пресс-конференция компании «Мегафон», на которой рассказывалось о технологиях будущего для бизнеса. «Мегафон» в очередной раз подтвердил, что он настоящий новатор. Благодаря технологии машин-ту-машин и NB-IoT решениям простые сим-карты делают машины умными, что обеспечивает бесперебойную работу удаленных объектов. Общее название технологий межмашинного взаимодействия, где приборы могут обмениваться друг с другом посредством передачи интернет-трафика либо SMS. Преимущества M2M технологии очевидны. Их можно использовать в труднодоступных местах, контролировать работу оборудования, перемещение транспорта, а также получать данные о местонахождении сотрудников. Я думаю, любой бизнесмен понимает, сколько стоит час его простора. Соответственно, если применять технологии M2M, то это можно за счет разовой настройки, инсталляции этой системы себе получить бизнес-эффект за счет снижения простоев, за счет повышения надежности производственной линии, повысить в том числе прибыльность своей компании. Например, этим сервисом уже несколько лет пользуется крупный партнер «Мегафона» АО «Glimpse Production», на чьей территории и проходила пресс-конференция. Перед нами на сегодняшний момент стоят амбициозные планы, проекты, которые мы собираемся с нашими компаниями-партнерами. Один из них – это как раз компания «Мегафон». Как и сотовый оператор, «Glimpse Production» – новатор в своем деле. Их цель – внедрить в российское строительство передовые экологически чистые строительные материалы для ремонта. Это время у нас обусловлено инновационными техническими открытиями, что позволяет нам сохранять неизбежно высокое качество нашей продукции. Технологии будущего, предоставляемые компанией «Мегафон», позволят любым предприятиям оперативно контролировать расходы, защищать данные и быстро получать информацию о потреблении ресурсов. С помощью M2M-мониторинга становится гораздо проще контролировать любые внештатные ситуации и предотвращать их.